Этого момента метростроевцы ждали почти год. Именно столько времени понадобилось, чтобы 600-тонная «Лейсан» добралась до второй станции второй ветки метро. Это пересечение улиц Фучика и Ломжинской. Работы «Лейсан» выполнила в срок с точностью до 18 миллиметров. Длина 14,5 метра. Это проектная отметка. Это будет станция, первая станция. О будущей станции «Зеланд» президенту лично рассказывает директор Казметростроя Марат Рахимов. Пока здесь котлован. В ближайшее время его будут бетонировать. На месте рынка вскоре начнут прокладку коммуникаций. Вдоль улицы Фучика сделают объездную дорогу. Очень большие проблемы – это коммуникация. Это коммуникация, освобождение территории. Нас даже немножко задержали со строительством станции вот станционного комплекса на Ломжинской, потому что там большой объем был сносимых сооружений и зданий, в том числе вот рынок. Да. Ну, нашли альтернативу, нашли компромисс с хозяевами, выкупили, сейчас освобождаем. Здравствуйте, всем. Приветствую. Как дела у нас? К станции «Зеланд» пока проложили лишь один из тоннелей – правый. В левом грунт сейчас выгрызает АСЛУ. Работа не быстрая. В месяц получается пройти около 200 метров. Общая длина участка от первой до второй станции чуть больше 2 километра. Левый на данный момент происходит тоннелепроходческие работы. Пройден 1539 метров. На данном тоннеле еще 400 метров нужно пройти. За сутки проходим 5, 6, 7 метров, так что работы еще много. Пока АСЛУ трудится, «Лейсан» на 2 месяца отправят в отпуск на техобслуживание. И только потом она приступит к новому тоннелю на третью станцию «Академическая» на пересечении Завойского и Кулгали. На первой станции новой ветки «Тулпар» работы в самом разгаре. Котлован здесь самый большой, в длину 530 метров. 4 новые станции второй ветки «Тулпар», «Зеланд», «Академическая» и «Столетие ТССР» на пересечении Зорги и Дубравной планируют открыть только через 5 лет. Как они будут выглядеть, пока держат в секрете. Общая протяженность этого участка 5 километров. Ожидается, что каждый час по этому маршруту будет проходить по 30 пар поездов. Юлия Гоголева, Тагир Валиди, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.